Здравствуйте, мои хорошие. Канал Фирс Вячеслав показывает вам новую посылку. Это у нас смеситель для ванны. Причем смеситель не обычный, а с креплением, с вертикальным креплением на ванну. Мы уже посмотрели, что там, и я решил традиционно показать вам вот такой вот магазин прислал. Привет. Я потом ссылку внизу там сделаю под видео. Посылка шла недели 3-4, по-моему. И шла она платной доставкой из ПРС. Служба доставки «Россия». Ее принесли к подъезду. То есть это не почта «Россия», это другая. Это вот такой вот кран. Он монтируется на ванную, как я уже сказал. Там нужно будет просверлить. Есть идея сделать полочку за ванной и на эту полочку смонтировать эти вещи. Сейчас посмотрим, что у нас еще. Так, это у нас для душа. Шланг для душа. Такой. Вот такой. Очень легкий, тонюсенький. Смотрим, что у нас тут внутри. Ага, здесь есть резинка, которая просто так лежит. И идет туда шланг. Сейчас мы на место это сделаем. Так, что у нас еще? Это душевая насадка. Это все из латуни. Все тяжелое такое вообще. Ну реально, не алюминий и не пластик. То есть это настоящее железо. Вернее, латунь. Это все железное. Единственное, что меня смущает, это вот эти вот острые кромочки. Но он будет вертикально тоже ставиться. Так, на него накручивается шланг. Если я не ошибаюсь. Хотя, может быть. Еще, наверное, будет греться это все. То есть для руки маленько будет неприятно. Ну, эксплуатация покажет. Так, что у нас тут еще? Что у нас тут? Это для душа. Штучка, которая на отверстие для ванны ставится, и сюда будет прятаться душ. То есть он будет вот так ставиться. Туда. Утопать. Так. Разные гибкие подводки. Здесь вот такие вот двойные уплотнители. Ну это как бы это все обычно. Здесь ничего такого особенного я не вижу. А вот сама головка. Вот тяжеленная, килограмма 2 весит. Это распределительная головка, которая регулирует температуру горячей, холодной воды. Классно.
Все железное. Все вообще сделано грамотно. Очень мягко работает, вообще изумительно. Легким движением прям все. Это переключатель на душ. Он поворотный. То есть для меня принципиально важно, чтобы он был именно поворотным. Потому что кнопочные, они выходят из строя очень быстро. Мы брали итальянский смеситель. Он через года два, наверное, уже не держится, эта кнопка. Там. Ее должно потоком воды придавливать, но нифига она не придавливается. Поэтому я с китайцем переписывался и спрашивал его именно, какого типа эта кнопка. Он сказал, что она rotate, поворотная. Я сказал окей. И купили эту штуку. Вот, это все вот так вот будет вертикально ставиться. Это будет вот так вот на ванне стоять. И можно будет этим пользоваться. Вот такой смеситель для ванны с вертикальным исполнением. Всем пока. С вами был Фирс Вячеслав. Желаю вам приятного просмотра. У меня на канале много других интересных видео. Посмотрите. Может быть, вы для себя найдете что-то интересное. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть второй канал, «Читаем с нами» называется. Там обзоры разных книжек. Очень много детских книг, сказки для детей. И много книг по домашнему творчеству. Пожалуйста, переходите на канал «Читаем с нами» и смотрите, если вам это интересно. Всегда ваш Фирс Вячеслав. До свидания.